Рецепт недели на этот раз – датский блин с грибами. В глубокой миске соединить молоко, яйца, сахар, соль. Смешать венчиком. Добавить муку, взбить еще раз. Мелко нарезать половину зелени. Отправить в тесто. В форме для запекания мы взяли чугунную сковородку, растопить сливочное масло, вылить тесто. Запекать при 180 градусах около 15 минут. Блин сильно поднимется по краям, не пугайтесь. Нарезать грибы. В сковороде разогреть масло. Добавить раздавленные ножом зубчики чеснока. Удалить их, как только появится аромат. Добавить грибы. Поперчить и посолить по вкусу. Нарезать оставшуюся зелень. Переложить в миску. Смешать с грибами. Готовый блин выложить сметану, затем начинку. При подаче можно дополнительно украсить зеленью и яркими хлопьями острого перца. Вот и все. Блин получается нежным и воздушным. К нему подойдут и другие начинки, не только соленые, но и сладкие. Правда, они добавят не только вкуса, но и калорий. Зажигаем предупреждающий желтый свет. Лучше не есть такое каждый день. Но, конечно, можно побаловать себя на масленицу. Приятного аппетита и здоровья желаем вам мы и преподаватель колледжа Царицына Виктор Машков.